Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Итак, перед началом ролика хотел бы кое-что разъяснить. То, что это видео было снято примерно такие дней 5-6 назад, я бизнес уже этот продал, но серия получилась очень прикольной, я решил выложить. Также со мной в видео был господин Прайд, это мой зам, это не Ваня, это Вова, это друг Вани, короче, ну и мой друг. Также со мной в видео был господин Путбуль, он же Федор Путбуль, это тоже еще один зам. Видео снято, повторюсь, пару дней назад, и такая проблема случилась, что звук не записался. Именно звук ихний, звук их голос не записался. То есть я буду видео, грубо говоря, разговаривать сам с собой, в принципе, но думаю, вы это поняли и поймете, что, в принципе, там будет слышен только мой голос, ихний голос не записался, потому что я забыл поставить в бандикаме дополнительное устройство динамики, поэтому голос их не записался. Надеюсь на вашу поддержку, обязательно ставьте лайки. Давайте, как только набираем под этой серией 100 лайков, выходит новое видео по Мазингу. Всем приятного просмотра. Ах да, забыл добавить, почему я продал бизнес. Я продал бизнес, потому что мне не хватало на машину. На какую машину, вы узнаете уже в следующих сериях. В принципе, мне не хватало на машину, я принял решение слить бизнес ВОЗ. Бизнес хороший, да, конечно, прибыли там практически нету, но кто желает, можете его купить. Он, по-моему, по ГОСТу до сих пор стоит. Ну, вроде бы все сказал. Повторюсь еще раз. Желаю всем приятного просмотра. И не забывайте ставить лайки. Погнали. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем в хрималочку на серии Amazing Replay. Первую серию сегодня со мной Вова и Федор. Так, короче, сейчас будем бизнес покупать по ГОСу. Так, я, по-моему, пробежал его, да? Вот он. Да, вот, пиротехника бабах. Государство. Я, блин, не знаю, мы вот думали... Кстати, большое спасибо, сейчас скажу кому. Вот, фейменю, смотрите, пацаны. История. Вот, Андрей Котора, большое тебе просто огромное спасибо. Он просто вообще закинул 4 миллиона. Ну, мне подарил 4 миллиона. И я вот решил бизнес купить. Это тоже будет семейный бизнес второй, у нас 24 на 7 есть. И вот хочу пиротехнику купить. Есть клуб батареев по ГОСу, но его не так будет интересно как бы покупать. Так, давай чуваку дадим. Так, да, снимаю. Так, приезжайте сюда, короче. Тут, короче, можно купить, сейчас гляну, что. Набор юного пиротехника, 10 штук. Вот, блядь, Хиросима стоит, короче, 90 тысяч. У меня бы уже был мой пиротехники, но, блин, этот Fusion находится недалеко от Фомы, как бы, и я думаю, можно его, в принципе, купить. Поэтому сейчас мы, в принципе, это и сделаем. Короче, я жду у вас, пацаны, и покупаем. С вами это сделаем вместе. Поэтому я жду. Так, все, все в сборе, короче, давайте покупать. Че, Буубис пишет? Буубис. Купил. Тайм. Так, заходим. Сейчас гляну финку, блин. Надеюсь, там хоть что-то реально лежит. Бусинес. Мой бизнес. О, 150 тысяч лежит, нормально. Ну да, я тоже думал, побольше будет. Так, ну сейчас надо как раз улучшение. 150 тысяч лежит. Так, баланс, окей. Так, а сколько улучшений здесь стоит? Хотя бы пикап купить. О, 130 тысяч, как раз сейчас окупим. Так, сейчас надо закинуть на него, по идее. Или, стоп, или можно так купить. Пусинес. Так, изменения, улучшения, маркер. Теперь ваш... О, все, маркер купил. 130 тысяч. Ну, короче, я... Нормально, короче. Блять! Я испугался, сука. Давайте... Блять, пиздец. Нет, я испугался. Этой хуйни. Сейчас я вам покажу, что такое Хиросима, пацаны. 90 тысяч стоит, сейчас покажу. Сейчас будет пиздец. Хе-хе-хе-хе. Сейчас будет жестко.
Вот это вот ради этого можно было купить, реально, вот с ним будет не скучно. Вот давайте я возле машин даже сейчас поставлю. Сейчас, ёбуйте сейчас нахуй, сейчас будет пиздец. Блять. Сейчас будет бабахать, я ебу. Давай, давай. Ну, бабахни нормально. Ох, ебать! Блять, это тема просто. Нормально, вот это я понимаю. А его не говорили, чтобы я его не покупал. Блять, меня убило! Вот это ноги бабахает, пиздец. Минуточку внимания, хочу представить бизнес моего друга. Его бизнес — это спортзал в городе Арзамас. Найти его можно легко, он находится вот на перекрестке в Арзамасе, недалеко от стадиона и недалеко от банка Арзамаса. Также его можно найти в GPS, 6 раздел, листаем, 27 бизнес. Вот, спортзал Качок-Петушок. Здесь вы можете изучить разные стили боя, а именно спарта, кунг-фу, кикбоксинг, удар с локтя. Самый лучший из них — это кунг-фу и удар с локтя. Также вы можете драться на ринге на деньги. Вход, конечно же, бесплатный, приходите и тренируйтесь. Так, сейчас я еще одну бомбу положу. Вот уйдите. Сейчас будет фейерверк. Смотри, ящик появился. Бля, я лучше отойду нахер. Вот это я понимаю, фейерверки, бля. Ебать. Вот это я понимаю, блядь. Ёбаный в рот. Вот это, блядь, не зря купил. Ух, ебать, ебанул. Ай-яй-яй. Жестко, жестко. На-на, блядь. Это фейерверки, блядь. На. На-на, блядь, ёбаный, бедная мурка. Ой. Ладно, чуваки, всем спасибо за просмотр, короче, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Кто хочет, закупайтесь в нашем тербизнесе, это будет второй семейный бизнес, короче, вот. Пиротехника, бабах, пока что я не буду покупать улучшения в каталог. Сейчас гляну, сколько оно стоит. Так, мой бизнес. Улучшение. 300 тысяч, ну пока не буду покупать, потом в дальнейшем купим, короче. Кто хочет, закупайтесь. Всем пока-пока.